Рэндалл наверху? Да. Спасибо. Также организуем, Лео. Это связано с зеленым глобусом. Слушай, мне нужно идти, Райан пришел. Я знаю, это не так. И мы все вскоре узнаем, почему. Ладно. Даже на выходных я рад видеть своего любимого помощника. Спасибо, Рэндалл, за первый и единственный комплимент, который я сегодня получил. Мне жаль, что стряслось. Я хотел попросить о сверхурочных в баре, но Джефф мне отказал. И чем я могу помочь? Может, ты бы мог предложить мне какую-то работу здесь? Я предлагал тебе работу на весь день. Знаю, знаю. Но согласился на неполный день, потому что ты так захотел. Рэндалл, я отправляюсь в Нью-Мексико на месяц. Они мне за этот фильм платят копейки. Мне нужен кэш. Позволь тебя спросить, ты когда-нибудь серьезно задумывался о своем светлом будущем? Ну, что с тобой делать? Рэндалл, ты мне очень помог. Знаешь, я очень ценю все, что ты сделал для меня. А знаю, ты всегда сможешь вернуться к этой работе, когда захочешь. По крайней мере, эта работа у тебя будет. Мне сейчас непросто. Встретимся у тебя, Тара? Что там? О, боже, надо же, я совсем забыл об этой встрече. Ну, конечно, забыл. Что ж, увидимся завтра, Райан. Посмотрим, что я смогу для тебя найти. Спасибо, Рэндалл. Давай. Спасибо.